Так, где что там дальше, у нас? что там? Я не знаю, Я можно хочу Slaughterhouse игру попробовать. Slaughterhouse попробовать. Это что, свинарник этот? Да. Оверкил? Что там по ачивкам? Сейчас чекну. Я сначала доги возьму. Ей, доги. О боже. Мое лицо, когда Дэс несет херню. Просто охарактеризовывает. Не-не-не, вот смотри. Не, смотри. Мое лицо от всех этих ачивок. Не, он... У меня пукан бомбит с таким же лицом в КС-ке, как у тебя сейчас. Во. У меня вязаный доги теперь. Нет, я не буду себя менять. Я тоже не буду менять, оно. Оно оригинально. Оно вообще такое прикольное. Да. Я один буду вязаным, хорошо. Давай, подожди, только прокачаться нужно. Оверкил, да? Угу. Там это, да. О, мама. Харакати троллики. Так, мы мясом дойдем? Так, что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем все. А че это такое? О, снайперка, я понял. Я понял. Ну надо же выебнуться. Че ты как это? Какого качества? А как смотреть? Как смотреть эти? А, понятно, вот. Актериню. А? Какой качество? Актериню. Почему у меня, кстати, а как поставить скин? Никак, он автоматом, по-моему, ставится. Нет, там просто выбираешь скин и применить к оружию. Это в главном меню надо было делать. Так, да. Фак, ГГ. Так, мы не убиваем снайперов. Чё, у тебя аж? Мы не убиваем снайперов. Потом, когда заходим мы в скотобойню, мы ищем за 30 секунд все эти... Как, блин, канистры с бензином. Потом мы не убиваем капитана Винтерса. И еще нам нужно опустить грузовик, не стреляя по канатам, на котором он расположен. На которых он держится. Короче, погнали. Мы просто сидим, мы стреляем по нему, потом сидим и ждем. Поэтому там, я не знаю, вытащить что-нибудь такое более-менее дальнобойное. Я взял скинчик. А зачем скипнул? Там же что-то интересное, по-любому. Там музыка, да, была. Наверное. Так. Типа... А чё? А это нормально? Это... А, у нас маски сами наденутся. Вот они здесь поедут, по аллее должны поехать, если я все правильно помню. Зехайста. О, погнали. Не этот грузовик, такой грузовик, который, знаете, грузовик. Во-во-во, вот след третий. Погнали, стреляйте. Вчера себе. Я понял. Это всегда так, если что, по скрипту, если вы не проходили. Окей. Лестница сзади, лестница сзади. Лестница сзади здесь. Как? Что? А, вон я. Чё, не проходили? Это один из самых крутых хайстов в PDD Heist. Сейчас пройдем. My Soris, чё? Генсек, гомосек этот сраный. Не знаю, мы, может, недостаточно по нему постреляли, но ок. Чего это недостаточно? Я туда зарядил, блин, свой с арбалета. У нас слишком много аптечек. А, окей. Я думал, как перепрыгивать? Чё, в помойке, что ли, рыться? О, в натуре! Я бич! Так, и скоро мы в скотобойню зайдем, нам нужно будет найти этот... по-моему, это... Нет, или это скотобойня, я хз. Вы легкие, вы должны находить. Там мы жирные жопы бежим.
Да, это она. Го ускать. Флик. Окей. Я наверх пошел. Давай. А поменьше она должна быть на пузе или как? Где что взять-то? КЗ. Ты ищи не свинью, а... Ладно, не важно. Канистру ищи. Канистру надо было искать. А я свинью ищу. Джизус. Омга. В смысле, нам свинью же надо? Нам нужно... Нет, нам канистры ладно. Нужны. Так для ачивки же... И канистры тоже нам для ачивки. Все, нужны. Мы просрали уже, просрали, забей у нас. Да пошли быстрее, пошли быстрее! Быстрее пошли! Да, послушал бы сначала. Я не могу найти, ищите просто канистры с бензином. Ничего не понял, ну ладно. И не спускайте этот... Ой, все, ясно. Yes. Свинью-то ты в любое время найдешь. Короче, здесь надо сначала пройти, узнать, где эта канистра с бензином, потом уже. Окей. А, они уже здесь. Убивай их, это оверкил всего лишь. Окей. Мне башню дали. Ой, я пакетик подбирал вместо того, чтобы тебе... Окей, нормально. А, и снайперов не убивайте, снайперов не убивайте. Я не понимаю, где они. Здесь нету. Так, ну первый этаж обойти полностью. Стоп, пакетики нашел. Я еще какую-то карточку нашел, кстати. Я хз, к чему ее применять? Наверное, блокировать ворота? Заходили. Может, мы недостаточно настреляли его. Сейчас, если он не упадет, то, в общем, подождем минут 5 еще. Ты чё ж подыхаешь так-то часто? Я не вижу, кто стреляет. Оооо. Все в меня стреляют. Боль. Больнючи очень больно стреляют. Может, я пробежал мимо него несколько раз и не заметил? Все бывает. Он нашла одну канистру. Где она была? Где она была? Ага, окей. Выглядит обычная, как красная, как обычная красная канистра. Я полагаю, она будет в разных местах спауниться. Че, брать ее? А, подожди, не, ну, бери, не важно. Честно, незаметно, конечно. А, так тут еще туш. Я так полагаю, у нас эта херня не упадет. Мы мало настреляли. О, привет. Да. А если мы просто по ней постреляем сейчас? Я думаю, не просто в эту. Просто у нее. О, у меня субъект. Что-то взламывал. А где вторая эта канистра сразу? Без понятия. Я все оббежал, не вижу. Блин, спизер. Блин, неужели мы ее пропустили? Ну я сейчас каждый угол буду смотреть.
Батхау, вот, мне дали ачивку. Батхау. Он упал тоже. Сам, окей. Значит, все нормально? Ну, расстреляли мы его, да, но нам теперь нужно найти еще канистры. Чтоб я не... Ну, мы уже в этот раз его, естественно, не сделаем. И свинью надо найти. Да, и свинью тоже. Особо помеченную. А, кстати, как-то... Я вообще всех свиней бежал, я ни одну не убил. Вот это а что-то держит тех тушку, чтобы взять. Нету. Чего? Где? Вот она тушка, которую можно взять. Подожди, подожди, покажи. Как? А может всех можно взять? Взять, да, слушай. А как она особо помечена? Может помечена только... Уже забрали, что ли? Так, дали одна. Посмотреть. Так а я, да, я вот скинул. Просто сумка. Окей, а в каком контейнере нам нужно ее оставить? А, дрель тут нужна дрель. А вы уверен, что она была помечена? Ну да, другие нельзя взять. А ты можешь другие взять? Других свинок? Нет. Я не могу. Я тоже. Я серый, кстати, сейчас поставлю аптеку. Парень пробежал сквозь дверь, найс. Поднимите флика, пожалуйста. Я щитов простреливаю. Сейчас подниму, давай тоже. Да зачем? Что ж ты делаешь-то? Кто? Нормально, граждан. Все парни раз гражданские прикрываются, я убил гражданского. Окей. Найс, полицейский. Спасибо. Если там кому-то мини-сиси нужны будет говорить, у меня тут. О, парни проходят сквозь двери, им двери не мешают. Найс, игра оверкил. Как там у вас киберспорт нормально в вашей игре? Отлично. Вы сначала сделайте так, чтобы. Че, поедем на это? Естественно, ты че? Поедем? Поедем? Дримхак, Москва. Флик, живи, живи. Да. Мы сначала сделали так, чтобы туда не надо. Искусственный интеллект не проходил. А где ты? Скажите, а куда вообще? А, он... Мы сидим, ждем, пока зрелится сейф. Сорян. Где сраная вторая канистра? Я не знаю. Я не могу сосредоточить канистру на втором. На поиске канистр? На втором нету, я... Говно какое-то собачье. Хлюпта. Снайперы будут во второй части хайста. Тут меня бьют, слева бьют. Спасибо. О, сколько их тут много. Jesus Christ. КД первый. Первый этаж обошел. Ничего не нашел. Убил это я клокер. Ой. Что парень, команда сделала? Что он так плохо стрелять начал убивать? Кто плохо начал стрелять убивать? Так понерфили, может быть, команд. Все? Понерфили, по-любому понерфили. Они же любят нерфить все. В кооперативной игре. Которые враги проходят сквозь стены. Оверкил уже. Я не могу найти вторую канистру, пошел. Что-то жесткий. Пошел наверх. КЗ, я как убивал с лука всех на 50-м леле, так убиваю. И меня попасть не могут. Карт, дорджи. У них баланса нету между классами. Какой чемпионат? Тупни. Так слушай, там будет еще мультиплеер? Ну, я не знаю, как они будут тусать турнир. У них есть. Они хотят устроить турнир. Мне нравится, как они говорят, мол, эй, хайстеры! Мы хотим устроим турнир на 250 тысяч долларов. А, и. А есть у вас идея, как проводить турнир? Нормально! То есть они не могут придумать идею, как провести турнир. И где этот, кстати, Completely Overkill сейф, который нам обещали закинуть? Где он? Я не. Че тебе? Сюда! Я вот это третий раз говорю. Да и блин. Бегает, бегает, разговаривает. Я ищу сраную канистру. Иди сюда. Странные канистры найти не могу. Нету канистры, я не вижу, если честно. Знаешь, я на такие нет самое, не отвлекаюсь. Предложение дать сиси. Я не могу найти вторую канистру. Просто не могу.
А какие ты отвлекаешься на сиси? А, ну, наверное, может быть, не знаю. Подождите. Никто не хочет загуглить, где находятся эти свиньи? Блин, я испугался. Никто не хочет загуглиться, где сиси? Да. Тут золото. Тут очень много золота. Тут до хера золота. О, боже ты мой. Тут 8 сумок золота. О! Если не 10. Боже, каждый раз хотел золото. 10 сумок, по-моему. Носить. Ну, на мне пентик. О, все, Дэс виноват. Ладно, потом чекну. Нужно спрятать золото. А, щит! Это щит! Умри! Умри! Умер! Можно хлюпку убить еще? А что, вы идете? О, привет! Ой, блин, еще же свинью тащить, ядрить колотить. Да она легче золото будет. Да конечно, блин. Она как артефакт весит. Да ладно. Легче ну давай, давай я потащу, я все равно этот. Да не, не за этого весит. Охереть тут идти. Там еще один залож к вам побежал. О май гад! О боже ты мой! Нет, не выходите сюда! Плохая идея, клокер тут еще на мне. Увидите клокера, и я в свенсонге. А, я бегу назад, мне нужно будет поднять, я в свенсонге относил одну сумку. Клокер на мне, спаси, браток! Нет, фак, не спас он меня. Вот впервые, когда хочется, чтобы клокер тебя спас, он не спасает. Мудила тупорылый. А в каком контейнере нужно эту свинью-то схоронить? Хер знает, я не понимаю. У кого свинья? Так, там вот контейнер был, нет? Ну, контейнер ты какой, который... Контейнер есть? Который основной или нет? Подожди, не убивай клокера, Ой, сори, еще... Ой, сука. А я думал, что ты уже сделал. Ты не сделал разве еще? Нет, я считал, убил. Вот здесь кто-то катится, это она? Вот. Снова я сдох. Вау, их там так много. Их там очень много. Меня будет поднять, я полумертв. Нет, свинья в сумке, уже. Клик. На, скушай ей сисю. Ганнибал. А, вот, у меня свинья. О, вот и дозер подъехал. Щита будешь убивать? Нет. Не бы покера. Еще, бульдозер. А представляете, это на Deathwish? Минус дозер. Нет, я боюсь это просто. А, у нас два доха. Там еще дозер. Нет, один дох. Да ладно. Да, вроде слышал, кого-то там. Кто я меня стреляет? Тут простреливай сквозь. А, нет, тут с другой стороны вход есть. Ок. Пенчики зашли. Тут можно поджечь, там, кстати, снайперы. Этот. Там 4 снайпера. Не убивайте снайперов, не убивайте. А, окей, я снова мертв. Катя, тебе нужно поджечь, пойти бы этот шины, чтобы было проще. Подними меня еще так, подними меня. Я черно-белый. Катя! Флик, тебе надо будет поставить где-нибудь здесь, вот где я стою. Аптечку. Потому что я черно-белый. Дай мне сиси. На. Сука, блядь. Цоколь. Мадам, музыка четкая. Он причем говорит не как русский, а как поляк какой-то. Мистер Байцепс. Я не могу пройти. Клокера бы убить. Подожди, я смертник. Аллаху акбар. Осторожно, там снайперы. Их много. А я упал в Сенсонге, если что. Беги назад, Петя. Я не понял ничего. Я убил, по-моему, хер знает, я ничего не понял. Я пошел через снайперов, ничего не знаю, я... Это просто жесть.
Я с доджем не могу ничего сделать. Вау, я упал снова. Да. Теперь я пошел. Дай мини. На. Одному. А можно потрошки, пожалуйста? Нет, я не могу пока. Okay. Не, я могу. Поставил. Спасибо. Еще раз пошел. Клокер. Он к вам бежит, к вам бежит, к вам бежит слева, слева. Ах ты. Ах, серый. О май гад, ты шутишь что ли, игра? Охереть просто. Я снова, я в Сансонге. Бегу назад. Я вылечился. А я черно-белый. Поднимайте меня. Holy fuck. Беги назад, беги назад, беги назад. Это Unreal, по-моему. А нам обязательно все золото забрать? Нет, не обязательно. Но свинью надо забрать, а я не знаю, где свинья. А где свинья? О май гад! Мне снесли все хп сейчас! Так там вот справа парни стоят. Тогда? Нам нельзя их убивать. В этом-то вся соль. А, я думаю, че я не могу них упасть. Нам нельзя их убивать для чипки. Не стреляй в них. О май гад, я в Свенсонге, бегу назад, не знаю, не добегу, наверное. Фак, сорян, я убил. Да зачем? О май гад! Пиздец, спасибо! Я думал, вы про тех вот парней. Да каких снайперов? Мы про снайперов говорим! Снайперы! Ты знаешь, что такое снайперы? Мы главное тут стоим, сидим, стараемся, страдаем. 20 минут, чтобы, блядь, убил. Ему говорят, ищи канистру, а он бежит к свинью ищет. Ты сейчас послушай 5 минут перед тем, как орать быстрее, быстрее, быстрее. Не надо бы перепроходить несколько раз. А где канистра? Ты мне канистру пометь, тупой оверкил. Для начала, может быть, а? Пошли искать. Ты что, тупая миссия, охереть просто эти мешки таскать. Вся сложность в PD The Heist заключалась в количестве врагов, а тут еще мешки сраные таскать. Это же тупо. Катя, подними, пожалуйста. Я не знаю, зачем они это замутили здесь. Но они реально тупые, не понимают. Они, по-моему, не понимают, что они делали в своих играх. По-моему, игроки понимают больше в их играх, чем они понимают что-то в своих играх. Если бы они замутили 7-дневный хайст, там, я не знаю, за 15 баксов, я бы взял. Просто пошел бы и взял. Но микротранзакции пусть и не сосут член. Я бежал весь этот амбар. Нихера нету. Можете даже не искать. Как называется эта карта? Открывай гугли, спрячься в гугле. Чё за твой боебизм, блядь? Пока посидим вокруг тебя. А, ты там сдох. Да. Короче говоря, вот здесь нужно сидеть вообще. Когда проходили PD The Heist, сидели все вот здесь, вот я сижу. И где давай, сейчас сдох. Давай. Мне нужна будет аптечка сейчас. Хотя насрать, если сдохну, то насрать. Где? А вот. Вот здесь сидеть просто, и здесь легко держать. Если что, еще на белый. Больше тизеров, больше, пожалуйста. Я поставила себе аптеку. А, окей. Больше тизеров, больше. Хотя ему дай как пофиксить этот баг, короче, я не могу, когда запустил Shift Tab и YouTube. А, еще на белый. Он у меня... Так, Флик, можешь ты нявкать хотя бы? Спасибо. Я говорю, я запустил это не то, что посреди канистры, у меня поганул шифтап, и теперь я это... Смотрю видео. Окей. Пока оно не закончится. Там вроде еще не началось, так что я... Ты можешь штаб нажать или shift понажимать. А, вот, нашла канистру. Где была? Тоже на втором. What the fuck? Мы слепые жопы, она короче. Она помечалась, вон, восклицательный знак. Мы слепые задницы. Окей. Я слепая задница, наверное, я хз. Но я пытался быстрее найти.
Ничего, нам надо свиш еще перепроходить. Вот это надо свиш. А, мы уходим назад, уходим назад. В смысле, не назад, а вперед. Окей, я был далеко от него, ну ладно. Короче, это карта в Play Dead Heist. Мне нравилась больше. О, привет, снайпер, которого не надо убивать, которого я убил. Который меня тоже убил. Я в Фрэнсонге, если чё. Упал. И теперь могу бежать, окей? А мы свинью-то отнесли? Мы все мишки отнесли? Да, 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 да. Да. Свинью-то засчитала, я видел точно. А, окей, её не надо поджигать. А, кто меня бьет? Кто меня бьет? А, сверху, сверху. На ловушку. Что за говно? Что происходит? Я не поняла. Вы же понимаете, что мы на Deathwish это без, без убийств снайперов не пройдем. Надо нам будет приходить, перепроходить еще раз на оверкил. Это потрясающий. Да. Хайст. Да, да, я накосячил. Ладно, все, успокойся. Просто я еще видел тех парней, которые это просто справа стояли, синих, я думаю, почему их убить не могу? Или случайно выстрелил в снайпера. По реакции. А где капитан Винтерс? Так он же сказал, типа, она... типа он есть, но его как бы нет. Ок, неважно, просто пройдем. Ну, кстати, за этот хайст 8,5 миллионов дают. Ничего. Опыта? А опыта не дают. Или налички. Опыта, говорит. Не считать не вредно. Я помню, когда мы в первый раз проходили это, там, с Рейджером и компанией, это было жопно. Даже на нормале. Капец жопно. Когда вообще хз, что бы надо было делать? Господи, я быстрее дождусь трапа в своей жизни, серьезно, чем когда игра сделает этот трап. Алло! Происходит, да? Ой, я привет! Тут аж два бульдозера! Чего? Лол, два бульдозера. Есть. Нету двух бульдозеров. Можете не ходить. Я их убил. Но. Ой, клёкер. А зачем ты клёкер убил? Дилекс уже нужен. Нет, дилекс тебе надо или ты его уже сделал? Да, надо. Да, блин. Окей. Вот клокер. Клокер, вот клокер на флике. Не убивать. У меня парни висят не в воздухе. Не убивать. Норм, парни висят в воздухе. Норм, парни прежде висят в воздухе. Через клокера. Нет, да? Ладно. А, ты один ходят, или я еще? Серьезно? Вы что, шутите? Да, да. Я с... Ну все. Эх. А ты че, черно-белый был? Нет, я... Я не знаю, меня потому что поднимали. Я не знаю, даже не вижу. Много раз быстро я не заметил его.